Итак, что получилось? Ну, назвать их дикарями, Наташа и Оля. Ой, Наташа, да, Наташа и Оля, никак нельзя. Я сам переживал. Я вам показывал сеянец, который стал крупнее привитого, королевского, помните? А здесь особый случай. Почему я взялся именно за... У меня таких десятки, потом изучим, если вы захотите. Вот. А вот это вот, такие они есть. Смотрим дальше. Вот это фаина. Это получается дерево, кстати, вот эту линейку отрезают, выдается свою. Вот жалуюсь вам, помогайте разбираться. Вот это фаина, так, вот та самая, именно этот урожай был уничтожен. Что интересно, было 1000 бабочек на этом дереве, 1000. Ты эти самые, сотни пчел и ос. Выжрали все, одни эти торчали. Ну, не было фотоаппарата, ну, не было. Это чудо бы это показать. И запах меда, потому что они были все изуродованы, все плоды ими. Они буквально грызли. Вот. Единственный год. Прошло 10 лет. Вот скажите, как это могло случиться? Это же то же самое дерево. То же самое. А вот здесь вот, помните, я рассказывал, что я в крону, уже академик привит на манжурца, получилось нечто. И на следующий год, когда появилась хорошая скелетная ветка, я привил королевский. И через 10 лет королевский проявился. Знаете почему? Вот это на королевском вот это вот свойство. Когда он перезрел и когда дожди. Вот он становится вот таким. Это не все. А вот это... Был чистый академик, ну как чистый, ну вот этот вот, что вы видели. Вот. Вот такой он был, да. И вдруг он уменьшился в 2-3 раза. И остался таким навсегда, и потом что такое дал. Назвал его Артем 2, потому что это, я объяснял почему, Артем 2. Вот, доказательство. И вот он такой, нос потерял тоже. Стал вот таким. И я снимался фильм с телевидением. То есть я же не могу показать фильм. Я когда из фильма включу, начнется звук и изображение расходиться. Мы как-то испортили целый вебинар с Сафроновым. Я стою возле него. Вот такой он весь, красавец. 23 ведра собрали, еще оставалось. Растоптанное. Вот. И навсегда остался таким. То есть получилось, что если там съешь меня, а то я погибну. Ну, конечно, урожай сумасшедший. Но интересно, что потом уже были новые эти поколения, еще одно. Он остался таким же. То есть закрепилось именно вот это вот качество. Сколько я вам уже показал этих сортоформ? Так. Видели? А это еще не все. Еще десяток могу показать разные. Фаины опять же разошлись. А это, фаина, это что? Клон и... Витативный гибрид академика. Она тоже разошлась. Вспоминаем? Я же отдельно показывал, хвастался. Вот это все началось. Еще раз. Этому дереву 30 лет, девчата. Я не знаю, устраивают вам такие доказательства. Этому дереву 30 лет. Оно сейчас цело. И еще урожай осенью покажу, если заморозок не убьет. Я последние годы уже слово если. Вот. Когда-то было 5 из 5. Плодоносили. Потом следующая пятилетка 4 из 5. Следующая пятилетка 3 из 5. Я уже боюсь, что это самое. Что это? Последний год хорошо, мелочи было много. А крупноплодных вообще стыдно было показывать гостям. И вот получилось следующее. Ты съешь меня вкусного. На грани выживания они вспоминают то, что у них есть, были предки. И все это сидит, как вы понимаете. Вот в чем причина, почему я недолюбливаю чистую науку? Именно генетику. По генетике это стопроцентный геном, то есть в данном случае стопроцентная ДНК. Вот она такая, и все.
пересадил на другое место, измениться не может. Мичурин может, Лысенко может, а они говорят, не может. А мне-то что делать-то? А? Но привитая прививка, она не обязательно калечит геном, понимаете? Я нашел золотую середину. Смотрите, я заканчиваю на этом, время наше истекло. Хотя ниже столько интересного. И ответы на ваши вопросы. Вот, придется сказать, пошел ты, Железов, это самое, обещал, не выполнил. Или мы хотели за 20 минут. Да нет, как в анекдоте, три варианта ответа. Да, нет, пошел нафиг, третий вариант. И можете меня послать. Но по-другому не умею. Если вы меня видели, Наташа, это, я очень благодарен. Я даже откупаюсь от вас за то, что нудного выслушали. За то, что если не напишите там вопросы, что это ахинея. Только не смотрите, что кто-то за вас не написал, что это ахинея. Был же случай, когда целый этот месяц лжежелезов царствовал на сайте в этом, присадебного хозяйства. Провокация была железная. О, какого из меня изобразили. И до сих пор аукается. И до сих пор меня таким считают тысячи людей. Подставили меня, сволочи. Вот, натуральные сволочи. Видите, как я с вами говорю? Модераторы. Подставили. У меня все это копия сохранена. И только где люди? Да это же не Железов. Бах, забанили. Да это же не Железов. А я и не знал, сколько времени он людям эту лапшу вешал. Так вот, что я хочу сказать. Получилось так. Были 300 ученых, несколько институтов. Работа. Надеюсь, что то же самое. Дело в том, что они одновременно выращивают эту красоту или пытаясь вырастить, они одновременно калечили деревья. И из-за этого противоречия у них деревья имели короткий срок, раз. Их приходилось постоянно за ними ухаживать, потому что если дерево болеет, значит, там уже говорят, о, оно больное, столько насекомых, давайте почву перекопаем. И копали. Это в ученых садах. Вот. И пролежали, потому что Тимирязев сказал, что солнечный луч должен такая же почка дойти. Вот. И это делали. Вот. И результаты деревья получились менее морозостойкие, потому что каждая уменьшает морозостойкость, каждая ветка. Вот тут не спорьте хотя бы. Просто примите как постулат, как аксиому, как закон. Каждая ветка, которую от, полностью, частично отрезали, снижает морозостойкость, снижает иммунитет, а дальше уже пошло насекомые, орды и все. И вот когда они с этим столкнулись, вот это противоречие между хорошей задумкой перевести все на план, все на это. Потому что у них, девчата, еще раз, все-таки договорю пару минут, у них было так, сорт А скрестили с сортом Б. И вот когда вот эти многочисленные неудачи, а потом вырастили, выбрали лучший плод, с него брали косточки, опять вырастили, а оно опять. Вот откуда взялось-то вот это, то, что путь вот ваш, не ваш, нет, не лично ваш, ваши науки, той, которую проходили в Тимирязевке, он был тупиковый. Понимаете? Тупиковый. И этот тупиковый путь привел к тому, что появилось это выражение. Все равно вырастут дички. Это стало аксиомой. Именно вот эта ошибка. Вот она. А на самом деле, все на самом деле не так. Дело в том, что сколько они получали, они, так, как было написано, ордена получали, звания получали, должности получали. Потом, когда, понятно, власть поменялась, имеется в виду, ну, назовем, кто пришел, кто-то там, в одном случае новый ректор, в другом случае проректор, в третьем случае министр целый сказал, все, закрываем все это материю. Почему? А где их гибриды? Вот то, что вы видите у меня, это и сейчас в саду. Оно и сейчас есть. И это дерево цело. Вот оно. А где их гибриды? Где? А их нету. А почему? А они их создали, писали статьи, у них все было, и тут же их собственными руками уничтожили. Мне вот обидно за это. А то поколение, что пришло новое, оно должно было это осознать, прямо так, как вот мы с вами спорили. Я же говорю, вы же наполовину правы. Это не тот вегетативный гибрид. Вы правильно написали, что вегетативный гибрид, это полезешь в этот геном. А туда не надо лезть, ни ГМО, ни с иголкой, не надо их травить, чтобы там какая-то часть ген погибнет, а оно приобретет какие-то новые свойства. Травить, это, травить ядами,
этими самыми, значит, радиацией. Вот это вся ерунда, потому что это даже безбожие какое-то. А вот просто взять, бережно сохранить, у вас же новый лидер, вы понимаете? Я только после моих слов, вы знаете, что получилось с Курдюмом? Курдюмов встал на мою сторону. Книга-то общая. А там как раз то не делать, то не делать, то не делать, и все, сады расцветают. Так? Понимаете? А он бы после Тимирязевки. Но когда появилась книга, знаете, что было? О, как было написано, подвергся жесткой, как это слово такое, подвергся жесткой, ну, скажем, критике. Но разве так можно? Что он дальше, это антинаука. А вся антинаука заключалась в том, чтобы спасти то, что есть. Тут же этот Амур перестал быть Амуром. А этот самый Манитоба у меня больше нет. Название висит Манитоба, она больше нет. Вот. Этот стал крупнолуной железом, потому что одна собака не узнает. И уже его ни на что не похоже. Ну, ладно, думаю, скромностью никогда не страдал. Пусть будет это. Придет новое поколение, лучше назову Априкос Латинкова. В память. Вот все, что вы увидите в моем саду, самое лучшее вот такого уровня, даже не такого, а вот такого или вот такого. Я назову Априкос Латинкова. А вы скажете, не имеешь права. А уже теперь, по-моему, не это. Память надо. А эти самые, вот эти вот, которые добыты таким путем, документы на, как их называют там, сертификаты или свидетельства на сорт. А я что, если я это сделал, я должен был этот сорт продать, взять у вас документы. Ну, подумаешь, 2-3 поколения, 20-30 лет, и вы мне приносите на мою могилу, допустим, это самое, и там под фамилией, вот, напишите, там, знаете, что по фамилии я попрошу написать? Славная была охота на невежество. И вот под этими, а вы мне там пришпилите или приклеите это, свидетельство, что вот это вот сорт железа. Так, через 20-30 лет. Имею право ждать, когда Латинков ушел и туда, я уверен, что после моих нескольких вебинаров, сколько, как он умер, да, в январе, вот, после этих нескольких вебинаров, когда я столько о нем рассказал, никто не пошевелит. Оля, Наташа, пожалуйста. Надо, надо, надо. Понимаете, надо. Надо ехать к Латинкову. Надо все, что у него это. У него же вторые экземпляры все это. И уже, и опять уже другое. Как он хвастался, я сохранил королевские железы. Висят красавцы, 80 грамм. А я не узнал. Сохранил клоны железов. Видите как, смеешь, но это добрый смех. Царство тебе небесное. Именно царство. Не это, земля пухом, но это для тела. А душа твоя там. Скоро встретимся. Это я даже не боюсь так говорить. Вот. Останутся вот эти девчата. Все мои подружки, это самая ваша, как ее назвать-то, коллега, допустим, ну, Катерину нельзя назвать вашей коллегой Кузнецову, все-таки компьютерщик, ну, золотые руки, еще таких сколько, вот, я еще раз заканчиваю этот разговор, еще раз говорю, случилось следующее. Были уволены, разогнана та школа научная только из-за того, что они не умели сохранить эти самые вегетативные гибриды. Каждый раз новое, новое, новое. И надо было не сохранять их, да, а продолжать так, чтобы их потомство вот такое, вот такое. А у меня еще куча фотографий. Уже фейна разошлась. Да и пускай. Ведь дело в том, что когда говорят, нет вегетативных гибридов, это значит, заниматься не будем. Именно поэтому, что вегетативный гибрид существует, постулат Железова, в единственном числе. В единственном. Ну. И пусть это дерево, оно живет свой век, но главное, чтобы оно не жило, как науки, 5-10 лет и топор.
потому что не умели сохранить, потому что калечили, калечили, калечили. Растили, калечили. Но так получилось, что люди, гиганты в одном, не понимали ничего в другом. Ну так случилось. А потом пришла пора вот этих невест. Корни обрубим, листья оторвем. Вот саженец. Взяли ножницы или там нож, секаточки. Все обсасывающие корешки, это написано же. Корешки слегка укорачивают. Ну, кто понимает, это знает, там написано половину укоротить, половину оставить. Вот он взял все по это, саженца однолетнего. Чик-чик-чик. Все, всасывать не будет. Вот. Листья оторвал. Почки остаются, проверьте. И расти перестают. И на каждой почке страшная рана от оторванного. Современная наука. Я ничего не выдумываю. Почему? Потому что я копал глубже за 19 век. То же самое. И корни отрезаем, и ошмыгиваем. Вот. И когда получилось так, что люди начали создавать новые сорта вегетативные, пусть они в единственном числе, но этим можно было угостить там Сталина, Молотова, этого самого, все это, не только науку, все политическое руководство, и зарабатывать ордена и награды. Пусть они меняются, пускай. Но главное, они хуже не становятся. Прививка меняет, но они не становятся хуже. Уж если уже ладно, измельчал и навсегда измельчал. Вот этот. Пусть это тоже, это не последний. Пусть он навсегда измельчал. Ну, кому не понравится 25 ведер, ну, 23, 24, 25. Кому не понравится с дерева-то молодого. Вкуснючее. Это же соки, компоты, варенье для всей страны, есть такие деревья будут. Ну, не знаю, убедил я кого-нибудь, не убедил. Вот. Я так старался. Вот. И чтобы вы меня дослушали, еще раз говорю. От своих слов не отказываюсь. Ищите подвое. Подвое для самых лучших яблонь, которые уже при 40 не замерзают, потому что как бы относиться к вегетативизации или нет, это касается и персиков, и груш, и слив, и абрикосов. Всех. Ветка отрезана с культурного дерева моего, привитая на мой подвой. Не подвой адаптировать теперь надо, это долгие годы, десятилетия, а привой уже спокойно на нее приживется, а это 100% биологическая совместимость. Раз. Так, как минимум сохранение культурных качеств. Два. Выдерживает любые морозы. Три. Так, ну, по крайней мере, 90% России. И не важно, какие они будут, такие или такие. Главное, что ветки культурные, персик, абрикоса, сливы и так далее, у них уже существует способность жить на маньчжурском абрикосе, на китайской сливе, так, на уссурийской груше. Мы же за столом прививаем грушу, ноги болят. Многие операции 100 тысяч, стать не обижайтесь на меня из-за этих 25 рублей за косточку. Вот, 25 громко звучит, а за дерево, вот за такое, где оно там, вот за такое, 23 ведра. Ну, 23 это официально, там больше было. Вот. Если она даст такое, ну, может, 25 это не так уж много. Вот. И получается, что каждая ветка, она хороша, но если вы ее приведете. Помните, я уже заканчиваю, перебрал немножко времени, но это важный разговор. Если вы ее приведете на Сибирку из этого, как там было написано, Сибирка произрастает только на Дальнем Востоке и за Байкалем, больше нигде. Это мне показывал Курдюма. Мы же книгу писали, надо было найти общий знаменатель. Вот. Попробуйте теперь на ту Сибирку приведете. И опять скажут, несовместимо. Поняли, да? Раз. Вот. Китайская слива, которая здесь пожила в моем саду, она уже сроднилась, там переопылилась, перетрахнулась. Это самое, там уже давно работает система, которая не научно. Вот. Перегони. Вот. И все теперь получается. Китайку привозите сюда из Дальнего Востока, уссурийскую грушу. Привьете, не пошла. Китайку привозите, привьете, не пошла. Забайкалье привезете, Сибирку. Якобы истину, якобы.
Хотя у нас она вот такого размера, вот, в лесу, в глухом. Возле деревьев, возле дачи, возле сел, она вот такая, вот как эти ногти. Ну, вспоминайте мои фотографии. А в диком лесу вот такая. Приживается. Почему? Вот это самое, мои вот эти яблоки до 500 грамм весом приживаются на ней. Этот период адаптации для привыкания друг к другу позади. Это особая работа. Ну, казалось, время как минимум. Там похлопочите, если вы мне верите. А привезете китайскую сливу, не приживется к моей сливе. Не, ну как приживется? Потери большие, все с нуля. Абрикос тут вообще не дай вам Бог привезти с Дальнего Востока сейчас абрикосы в моем саду, взять черенки и привить на нее. Да он вообще считается не приживается. Сибирка считается не приживается. Уссурий кое-как, это самое, уссурийская груша. Вот, дальше уже боюсь говорить. Вишня, так черешня, вообще это не приспособлено. Намучился, пока удалось получить. Просто так, что ли? Первое поколение. Все, выговорился. Значит, вегетативная гибридация существует, вегетативный гибрид в том числе, но каждый его потомок снова вегетативный гибрид. Потом снова, я уж пожалел, у меня таких фотографий несколько десятков разных. Потом снова, но он-то есть. А я же вам еще не показал еще много-много. А это все началось с этого вот у меня. Она приехала с Дальнего Востока. Все, выговорился. Но это только касается одного вашего неосторожного. Цитирую, двоеточие, и то там получается, что оно существует. Там кто-то подсунул автор. Вот я в таких случаях, девчата, говорю, пожалуйста, вы же цитату эту найдите, там же автор есть. Я хочу посмотреть его в глаза, если он живой. Я хочу посмотреть его сад, если у него наследие есть. У нас же как, Вигар умер, его уникальный сад. Вот. А я сейчас начну. Все, не буду. Ребята, 5-минутный перерыв. Я разволновался, я говорил больше 2 часов. Надо было делать перерыв в середине. Но я боялся что-нибудь упустить. Вот, самое главное сказал. Дальше столько интересного, и сколько там ниже интересного, если бы вы знали, сколько всего. Я только одно скажу. Страшнейшая ошибка, ведь сотни публикаций, что делайте эту самую летнюю обрезку для плодоношения. Страшнейшая ошибка, после которой вот такими деревья уходят в зиму и замерзают. Ну хорошо, Италия. Но разве можно было? Разве можно было Канчелло, ссылаясь на 4 зарубежных этих самых более южных публикаций, написать то, что он написал, что из 8 веток черешни, 5-8, цитирую, оставляем 3. И получается такой калека. И фотографии приложила, изувечила. Вот, понимаете, будем продолжать. Извините, вот смотрите, я вас не обманул, сейчас покажу. Сейчас вас не обманул. Вот с этим меня послали далеко-далеко, вот с этим. Вот этот институт. Я сейчас этого начну в следующий раз. Вот этот институт, понимаете? Вот этот институт, вот, заткнул мне рот, так, под столом. Если только рот открою, вот то, что вам говорил. А время и стекло. А 50 фотографий вот этих, доказательства. А вы не заявляли. А рядом сидит оператор, мальчишка. Диск у него вставлен в этот, мой диск у него вставлен туда. Ему только кнопку нажать. Вот так вот. Я хочу, девчата, чтобы мы с вами были по одну сторону баррикады. Ну, по крайней мере, не сильно там уж меня, если я считаю, что я не прав, что не сильно меня уж там убивайте. Видите? Вот это вот мы будем говорить. Видите, ваш брат отрицает. А я не отрицаю, я наоборот режу. Вот. Поражаются, долго не живут. Не согласна. Где-то вы правы, где-то я прав. И началось. Почему делать химические обработки? Так это калеки, вот видите. Вот. Любое привитое дерево калека. Ну делаю, ну делаю. А где я написал, что не делаю? Я написал, что взрослый селекционный сад должен быть. А Воулин-то меня послушал.
взрослый селекционный сад должен быть предоставлен сам себе. Он селекционный. Получится у нас, у меня, у Ваулина. Покроется вся страна. Видите, как я готовил ответ? Все, перерыв. 10. Ну, пожалуйста, еще один вебинар. Осталось до сюда недолго. Вот ваши вопросы. Я же не против. Отвечу. Вот, видите. Вот она, выпускница этого самого университета. Вот. Это все мы будем проходить. И про эту самую, про инцест с вишен, от чего погибли сады в Европе. Ну, покрутите виска, но самое главное теперь другое. Вернуть Европу, сибиряков. Все, замолкаю. Будет о чем поговорить. Так, сейчас мы переходим туда. Куда мы как? Так. Сейчас мы переходим туда. И я пошел на кухню. Кружка давно пуста. Так.